Уважаемые отдыхающие, подходите, посмотрите, как оказывать помощь, если вы стали очевидцем утопающего человека. Данная акция, скажем так, проводится каждый год по несколько раз, до 5-6 раз, в зависимости от целесообразности. Называется она «Помоги утопающему». Она уже стала традиционной для нашей службы спасения. Вот. Мы приезжаем на пляж, как правило, это либо городский Пески, либо Энгельский пляж, где наибольшее количество отдыхающих скапливается. И проводим занятия для всех отдыхающих, для всех желающих по правилам, значит, обеспечения безопасности на воде, спасения всех. Люди пробуют себя действительно, по-настоящему, в качестве спасателей. Они получают возможность абсолютно безопасно попробовать спасти условно тонущего человека. И после демонстрации спасателям попробовать себя в качестве человека, который проводит сердечно-легочную мозговую реанимацию. В случае, если произошел самый печальный, нехороший сценарий, человек накликался водой, у него произошла остановка сердечной деятельности. Все должны понимать, человек тонет тихо. На помощь кричат только в том случае, если там ноги запутались, судороги свело. Но если человек нахлебался водой, он тонет тихо, незаметно. Вот. Только по каким-то внешним признакам, если вы непосредственно смотрите на этого человека, можно определить, что человек нуждается в помощи. Поэтому для этого мы и проводим такие мероприятия, как сегодня. На самом деле я искренне считаю, что они помогают, потому что чем больше люди знают о том, как спасти своего соседа, другу, подругу, ребенка, тем больше шансов, что наша статистика будет уходить на нет, будет становиться все меньше и меньше. Потому что есть такое понятие «правило золотого часа». Чем быстрее пришла помощь, тем лучше. Спасатели везде не поставили.